Спасибо за то, что остаетесь с нами. Кейт Локвелл находится на корабле беженцев «Скиннер-2» на орбите Майнхофа. Донни, беженцы понесли неисчислимые потери. Они грузятся на корабли и отправляются к центральным мирам, ища спасения. Многие из них не долетят. Людям отчаянно не хватает пищи, воды и надежды. Кейт, мы обсудим спасательную операцию «Доминиона» в отдельном выпуске. Среди беженцев ходят разговоры о спасении, но в основном они возлагают надежды на полувоенные группировки и отряды повстанцев, такие как рейдеры Рейна. Отличный репортаж, Кейт. Это был прямой эфир с корабля беженцев на орбите Майнхофа, планеты с нетерпением ждущей возвращения «Доминиона». Далее в программе «Вермиллион комментариев». Обсуждение темы «Беженцы. Наша ли это проблема?» Ты само милосердие, Донни. Да, Донни, ты как всегда веселый чувак. Да ладно. Всем привет, мои дорогие друзья. С вами снова Деска. И, в общем-то, мы с этими замечательными сапожками начинаем прохождение. Мои ребята всегда готовы помочь. За хорошие деньги. У нас здесь есть огненные псы. И топ секьюрити. Ладно, я думаю, мы их потом купим. А пока что мы пойдем в арсенал. Потому что пообщаться с остальными особо не сулит. Зерги здорово запарили этих поселенцев. Итак? Даже не думал, что когда-нибудь вернусь на Майнхоф. Ох, сколько наших надорвалось на этих карьерах. Килмарийцы выжимали из нас все соки. Тогда мы подняли восстание. Это не могло больше продолжаться. Понимаю. Иногда нужно показать, что с тобой должны считаться. Не знаю. За нами правда. За ними винтовки Гаусса и боевые роботы. Ребята гибли ни за что. Если б ты тогда не появился... Твои люди заплатили за свободу собственной кровью. А мы с Мэттом, мы были рады помочь. Ну, хоть как-то. Ладно, посмотрим, что есть новенького. Так, можно улучшить. Так. Запас хпшечки. Также у техники появился. Удваивающий гелион. Угу. Ну там мощь, соответственно, усиленная. И можно также усилить. Но я гелионами особо не пользуюсь, поэтому тут такое на самом деле. А вот здесь вот я бы прикупил ракетные турели. То, что штучка довольно полезная. Так, ну мародерами я определенно пользоваться, скорее всего, буду, поэтому покупаем 100%. Замедление мне может понадобиться в любой момент. И идем в лабораторию. В лаборатории у нас ничего нового. На экране мы, собственно, уже купили усовершенствование. Вот, надо было на самом деле все-таки броню покупать. Ну, чего ж теперь. Ладно, разберемся. Так, а тут бабка надвое сказала. Наверное, все-таки турель погибель буду покупать. Скорее всего, хищников. Здесь, наверное, регенерация биостали. Да, это самое логичное будет. Ну и здесь, скорее всего, эмулятор разума улья. А может и пси-эмулятор? Не знаю. Ну, самая хорошая вещь, конечно, это лабораторный реактор. А вот, но до него нам пока далеко. А вот. Улучшение вооружения, скорость атаки там увеличивается. Ну, кстати, можно тоже лучше, наверное, скорость атаки, чем броню, потому что она более интересна. Здесь, соответственно, обрабатывающий дает на успех быстрее, так. Нет, здесь определенно орбитальные хранилища, потому что с ними обычно проблема. Тем более, что потом мы, скорее всего, автокомпрессор поставим и не будем париться.
А вот, так, а научное судно или ворон? Скорее научное судно, потому что он ремонтирует технику. Ворон мне в этом плане не так интересен. Орбитальный удар, конечно, прикольно, но, как я уже сказал, лабораторные реакторы прям самое то. Вот, все мы обсудили, все, что интересно было, надеюсь. Ну что, Ариэль, вы уже нашли подходящую планету для своих людей? Да, она называется Гавань и пока никем не занята. Правда, она находится на границе протосского сектора, но кажется вполне безопасной. То, что нужно. Вашим людям не помешает на некоторое время залечь на дно. А вам не приходило в голову, что колонисты могут быть заражены? Как вы можете даже предполагать такое? Все абсолютно здоровы. Очень надеюсь на это, Ариэль. Если возникнет угроза эпидемии, протосы не станут церемониться. На всякий случай подумайте о разработке вакцины против вируса зергов. Традиционная медицина здесь бессильна. Вирус слишком быстро мутирует. Но я посмотрю, что можно сделать. Сделайте то, что вам под силу. Это все, о чем я вас прошу. Ну, в принципе, да. Нам. Я работаю над вакциной от вируса зергов. И все-таки надеюсь, что моим людям она не понадобится. Керриган научилась новым фокусам. Эта эпидемия на Майнхофе оказалась очень заразной. Это самое страшное, что может случиться. Личность гибнет, и человек превращается в безмозглую тварь. Если хоть один из колонистов, переселившихся на гавань, заражен... Знаю. Протосы не заставят себя долго ждать. И все же я надеюсь на нашу давнюю дружбу. Если протосы прилетят на гавань, я попробую поговорить с ними. Ну что ж. Так. Я получил донесение об операции Доминиона по вывозу ресурсов Старсониса. Несколько поездов и минимальная охрана. Если мы перехватим составы и экспроприируем груз, то сможем неплохо заработать. Слышал, что могучий Джим Рейнер снова в деле, но не при деньгах. На Редстоуне самые ценные ресурсы в округе. Но когда здесь появились зерги... Килмарийцы резво собрали чемоданы и смылись от греха подальше. Деловые люди могут неплохо раскрутиться на этом предприятии. Если ищешь легких денег, прилетай на Редстоун. Ну, не такие уж легкие деньги. Ладно, давайте на Тарсонис полетим, потому что это более быстрое задание. Итак, большое ограбление поезда. Не думал, что когда-нибудь вернусь на это кладбище. Рассказывай, Мэтт. Доминионцы восстановили энергоснабжение на старой железной дороге. Они явно что-то ищут в развалинах. Все найденные на раскопках ресурсы и металлолом грузят в составы и отвозят на центральную перерабатывающую станцию. По нашим данным, сегодня туда должны доставить некую очень ценную находку. Она в одном из этих составов, но, к сожалению, поезда защищены от сканирования, поэтому не могу сказать, в каком именно. Придется перехватывать все, какие сможем, и надеяться на удачу. Надеяться на удачу? Это не похоже на старину Мэтта Хорнера. Если у вас есть более надежный план, я готов выслушать. Поздно, Мэтт. Я уже весь в предвкушении. Ну что, айда грабить поезда? Старина Тайкус будет на седьмом небе от счастья. Что ж, пограбим поезда, друзья мои. Так, что у нас есть? Ни черта у нас нет. Давайте строить реактор. Давайте делать аспидов, как только они будут. Сэр, я заметил в холмах несколько машин Конфедерации. Похоже, солдаты Доминиона еще не прибрали их к рукам. Да это же аспиды. Я думал, их разработку свернули. На них должны стоять электромагнитные пушки. Они любой поезд разнесут. Загружу их чертежи в базу данных арсенала. Осмотрите окрестности, сэр. Там могут быть и другие машины. Конечно, обязательно. Но пока что... Пристройка завершена. Вот это мне нравится. Коварно. Коварно. Что у тебя на уме? Победа наша. А
что? Отлично. С удовольствием. Я уже заждал. Говори. Давайте убиваем ребят. Они нам здесь не нужны. Выдвигаюсь. Отлично. Вот это мне нравится. Там бункер, кстати. Конечно. Прикольно. Так, вот здесь вот надо взять одну штучку веселую. И давайте... производить мариков, парочку ребят создадим. Недостаточно минералов. Еще аспидов лепим. Жду. Каков наш план? Надо медиков еще создать на самом деле. КСМ готов. Бегом, марш! Поезд выходит из северо-западного туннеля. Я готов. КСМ готов. Коварно. Что у тебя? Так, ладно. Жду. Пока ребятки будут проходить. Требуются дополнительные хранилища. Мы сейчас сделаем вот так. И, допустим... В кого стрелять? Недостаточно минералов. Как-то так. Есть? А? Выдвигаюсь. Давайте, 4 аспида нам, по-моему, хватит. Дополнительные хранилища. А что? Говори. С удовольствием. Ну, давайте, аспиды, давайте, жгите, отжигайте. КСМ готов. Каков наш план? Победа. Отличная работа, сэр. Найденные в поездах ресурсы мы можем использовать для экипировки и обучения войск. Здесь почти не осталось естественных месторождений минералов. Придется использовать ресурсы, найденные в перехваченных поездах. Хреново. Вооружен и опасен. Так, на самом деле ты давай-ка к нам вот сюда вот. Поставь Надеюсь. Здесь базу еще одну. Жду. А мы сейчас поедем обследовать всю остальную местность. Найти Конечно. 6 аспектов. С удовольствием. Отлично. Так, ты здесь построй, пожалуйста. Есть? 2 бункера. Я готов. Коварно. Здесь, по-моему, еще раз. Вот это мне нравится. Отлично. Что у тебя на уме? Так, на самом деле нет. Так. Месторождение минералов. Поезд выходит из западного туннеля. Смотри-ка, Джимми. Ха-ха. Теперь они отправляют поезда с сопровождением. Ну что ж, значит придется Отлично. Убирать их сопровождение. Доктора вызывали? Выдвигаюсь. Так, здесь тоже С кто-то был, по-моему, да? Здесь толстяк. Коварно. Победа наша. Так. Говори. Доктора вызывали? Все, бегом, 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 бегом. Вовремя построился. Высылайте мешки для трупов. Конечно. Они их придержат немножко. Жду. Опишите характер людей. Что-то новенького. Коварно. С удовольствием. Приказы будут? Так. Что у тебя на уме? Давай, 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 давай. Отлично. Замечательно. Победа наша. Рабочего, скорее всего, потерял, но... Коварно. В целом, сейчас мы... Конечно. Их прибьем вот немножечко. Мне нравится. С удовольствием. Выдвигаюсь. База. Командир, по каналам связи Доминиона идет оживленный обмен данными. Скорее всего, они планируют атаковать нашу базу. Будьте готовы. Давай, удиви меня! Высылайте подмогу! Вот это мне нравится. Коварно. Так. Отлично. И девак есть, прикольно. Победа наша. А? Так, давай, здесь давайте быстренько хлоп. Еду.
Сразу бункер здесь пилим, чтобы хоть какая-то защита была. Поезд выходит из южного тоннеля. Так, бежим туда. Я готов. Ты тоже продолжай здесь строить. Здесь нельзя строить. За дело. Недостаточно минералов. Кто на новенького? ВСМ готов. Ну что ж, надеюсь, этой части армии хватит. Выдвигаюсь. С удовольствием. ВСМ готов. Вот это мне нравится. Так. Здесь вроде аспида не будет. Коварно. Здесь, кстати, вот эта вот фигня. Так, одну мы выполнили, но осталось еще найти еще один аспид. В принципе. Стрелять. Доминионцы строят бункеры для защиты путей. Будьте осторожны. Угу. Последний аспид где-то то ли вот здесь, то ли там. Не знаю, не помню уже. Опа-опа-опа-опа. Контейнер с минералами. Конечно. Еще один контейнер. База атакована. Опа. Это что это у нас здесь? Отлично. Попытка построить что-то? Жду. Ох, вы негодяй. С удовольствием. По-моему, здесь последний аспект. Коварно. Нет? Выдвигаюсь. Вытащите меня отсюда. Кому навешать? База атакована. В кого стрелять? Говори. К сожалению, не помню, где последний аспид. Сейчас будем его искать. Победа на... Вытащите меня отсюда. Вытащите меня отсюда. Что на новенького? Поезд выходит из западного туннеля. Коварно. Месторождение минералов выработано. С удовольствием. Так. Прочь с дороги! Вот это мне нравится. В кого стрелять? Надо быстрее все это дело контролить. Больше строить. Недостаточно виспена. Давай, удиви меня! Боевые ребятки. Говори. Высылайте подмогу! Нет, пехота, нет. Что у тебя на уме? Каков наш план? А? В кого стрелять? Так, ладно. Зачистили. Кому навешать? Победа наша. В Коварно. Идеале сейчас берем. Угу. Быстро идем сюда. Завершена. Так, ты во второй пойдешь, ага. Эти ребята, быстро идите чините. Давай, удиви меня. Эти ребята, идите сюда. Вы здесь, в принципе, добываете. Вам как раз еще много. Тоже там пятерочка добываете. Завершена. Кто на новенького? Так, ты построй здесь. В кого стрелять? ВСМ готов. Это могло быть больно. Говори. Так. Прочь с дороги. Еще вот здесь вот у нас нет. Стое место, база в принципе. Атакована. Опа, на нас нападают. Конечно. Больно напали. Наш план. Месторождение. Здесь нельзя строить. Бегом, Арс. Так. Коварно. Медики, лечите их. В кого стрелять? Поезд выходит из северо-западного туннеля. Быстрим. Угу. А что? Прочь с дороги! Так. Короче, все вот сюда вот пусть идут. Говори. Ждем, пока поезд сейчас придет. Тут очень жестко сейчас будет. Победа наша. Коварно.
Блин, не успел разорвать их, конечно. С удовольствием. Коварно. Да, бедненько. Конечно. Отлично. Сейчас еще один поезд придет. Вот это мне нравится. Месторождение. Вооружен, не готов. Говори. Так, месторождение минералов выработано, да? Хреново. Недостаточно Виспена. Сэр, железнодорожные пути теперь патрулируют отряды Доминиона. Вижу крупные группы мародеров. А? Побед. Я отмечу их местоположение красными маяками. Постарайтесь не связываться с этими парнями. Может, постараюсь. Доктора вызывали? Время действовать. Ё-моё, ребят, просто возьмите, почините его уже. Каков наш план? Кому навешать? В кого стрелять? А что? Так, где же последний аспид? Что-то я не помню уже. Последний аспид, последний аспид. С удовольствием. Жду. Конечно. Это база, по-моему. Выдвигаюсь. Отлично. Ну да. Коварно. Ай-яй. Поезд выходит из западного туннеля. Кого стрелять? Доминионцы увеличили скорость поездов. Но от аспидов им не уйти. Так. Ладно, дальше главное не идти. Все будет хорошо. Так, только где последний аспид? В душе не... Недостаточно Виспена. Не понимаю. Ну да, конечно. Я готов. Выдвигаюсь. Надо еще на самом деле, наверное, знаете, что сделать? А, построить. Что стряслось? Тебя? В кого стрелять? Требуются дополнительные хранилища. И построить где-то там завод арсенала, чтобы аспиды у нас наносили больше урона. Оп-оп-оп-оп, ребята, контрим, нет, больно. Это было больно. Это было очень-очень больно. Ладно. Что стряслось? Так, сюда. Просто на отвлечение. За твой счет. И, соответственно... Месторождение минералов выработано. Здесь то же самое. Так, давайте увеличим атаку. Что происходит? Месторождение минералов выработано. Все-таки ничего не осталось. Ребята здесь стараются. База атакована. На нас тут напали. Говори. Нет, минус аспид, фак. Конечно. Танки очень жесткие. Победа на... Жду. Месторождение имени недостаточно Виспена. Поезд выходит из северо-западного туннеля. Пойдем-ка. Так, улучшаем. Месторождение минералов выработано. Так, где же последний аспид, ты ё-моё? Месторождение минералов выработано. Не здесь... Не здесь. А что тут? Как вариант. Жду. Победа наша. В кого стрелять? Как я не люблю, когда у меня что-то вылетает. Отлично. О, последний аспид. С удовольствием. Победа. Кажется, мы нашли всех уцелевших аспидов Конфедерации, сэр. Они пригодятся нам для перехвата поездов. Так, ну что, давай. Где что вы? Что у тебя на уме? Расскажите мне. Сейчас будет последняя атака, последний поезд. Я должен справиться. В кого стрелять?
Давай. Месторождение минералов выработано. Улучшение. Покажите мне, насколько завершено. Вы крутые ребята. Давайте уничтожить поезд Доминиона. Последний. Давай. Ну. Кто на новенького? Бегу, марш! Думаю, даже у ребят успею призвать, наверное, до того, как они нападут. Хотя, кто знает, хрен его знает. Ждем, надеемся и верим. Давай, удиви меня. Вооружен и опасен. Ня-ня-ня. В кого стрелять? Улучшение завершено. Кому навешать? Месторождение. Прочь с дороги. Поезд выходит из западного туннеля. Кажется, обогащенное топливо у Доминиона кончилось. Но теперь за составами ходит целая армия. Не нарваться бы. Чего пуга... Ну, надеюсь, пристрелю. Всех и вся. Есть. Жду. В кого так стрелять? Я готов. Я тоже. Каков наш план? Аж, что у тебя на уме? Что стряслось? А? Конечно. Ой, будет больно, ой, больно, ой, больно будет, ой, больно будет. Ну, да. Я готов. You did it. And did it again. Сэр, среди обломков замечен источник электромагнитного излучения. Давай-ка посмотрим, что за ценный груз они так спешили довести до пункта назначения. Адъютант 2, 3, дефис 4, 6. Включен. Системная запись. Программа защиты нового Геттисберга. Введите коды доступа. Вот тяна. Это же древний адъютант Конфедерации. Зачем, интересно, они ее выкопали? Что ей известно? Не знаю. Но чувствую, что это что-то печальное. Ладно, мы выполнили эту миссию, получили свои бабки, выполнили ее за 25 минут ровно. Собственно говоря, это хороший результат. Ладно, всем удачи, всем спасибо, всем пока.